Добрый вечер. Мир вам. Вот. Мир вам. Весь миром. С миром. Нормально слышно? Да, слышно. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Вы согласны. Как согласны мы. Все. Давайте как поговорим. Ножка. Слушаю. Ножка как? Соня спрашивает. Ножки как? Ножки. Ножки как? Ноги как? Все хорошо. Хорошо. У меня на полдня только болело. Вчера встал из-за стола, и как будто никогда ничего не было. Прошел комиссию, там это, в краевой больнице. Все проверили, все вены, все в норме. И давление, и температура, все в норме. Благодарю за молитву всех. В больных меня уже не записывайте. Ну нормально, прям ходите, да? Абсолютно нормально. Вот, смотри, я на ногах стою. Вот, гляди, я прыгаю даже. Смешно как. Ну, вот так. Так, Володя, буску поймай там мне, дай. Покажи девчонкам. Это Никита снимает. Давай. Сейчас принесет, у меня котенок есть, который там был в Потеряевке. Какая она большая стала. Ну-ка. Убежала. Убежала? Да. Ну, что ж ты так плохо ловишь-то? Сейчас, может, посмотрим. Ну, ладно. Володя должен подойти, где он там. Поздоровайся. Подойди. Вот, Вика. Здравствуйте. О, добрый день, вечер. Ну, давайте, ой, что? Хотели сказать, ну, что-то? Все хорошо, да. Да, да, слава Богу. Такие искушения были целый месяц. Так враг нападал на нас. А за что вот. И как? Ну, ой, тут все же не перескажешь. Это же так, ну... Ну за что? Наверное, за грехи, за наши бывшие. Ну. Прошлой жизни там грешили. Вот, сейчас нам все вспоминает враг. А, да! Ну вот, и я, знаете, познакомилась с человеком хорошим, верующим в Христа. Это зовут Дмитрий, христолюбец, такой канал у него есть. И вот начала я с ним переписываться, так тяжело мне было, и он так мне помог душевно. Он говорит: Лена, если есть обида какая-то, твоя вина, у тебя гордость, переработай свою гордость, гордыню, мне так говорит, ну, Дмитрий, вот этот христолюбец. И как-то он мне так с любовью все объяснил. И знаете, я думаю, правда, ведь какая гордость-то во мне сидит. Знаете, он говорит: ну ты позвони-то Игнатию Тихоновичу-то. Вот. Ну, ну я думаю, ну я позвоню, прощения попрошу, Игнатий Тихонович, простите нас ради Христа. И тут еще ноги у вас заболели, я так расстроилась, я думаю, а если умрете, я прощения не попросила. Нет, не ноги, у меня одна ступня, вот на три пальца, там что-то... Нервы, видимо, простудил ногу, и потом, ну я что, мороженый весь меня там, что было в жизни-то. И поэтому беречься надо. Просто воспалился нерв, видно, ничего не могли определить. Вчера все на анализы в краевой больнице прошел, 4 часа мне таскали, 2 рентгена прошел, и ничего не могут определить, все здоровое. А я приехал оттуда. Ну вы нас простите, Игнатий Тихонович. С Богом. Да. Ничего не имею. Будьте спокойны. Ладно, если что-то. Нет, ничего. Ну, а мы вот, я-то все хочу креститься еще. Ну, правильно, и надо. Слышите? Ну, мне надо, я начала Евангелие сейчас читать. Я почему Евангелие раньше, ну читать сейчас, изучать, разбирать. Вот Кирилл еще. Здравствуйте. Добрый день. Кирилл. Добрый. Вот, и какие у меня вопросы появляются, но я тут спрашиваю, вот у Дмитрия Христолюба, вот он мне хорошо растолковывает долго, ну вот еще к вам на канал захожу, ну тоже читаю, смотрю это, ну теперь мне креститься, если летом, вы будете крестить-то меня, нет? Не знаю, батюшка решает, я не крещу никого, ни одного человека не крещу. Ну какое-то ходатайство-то будет от вас, нет? Ну... По поведению увидим. Сейчас я еще могу сказать. Ну, вот. Если сегодня бы говорили, то что ж, надо больше знать.
Сейчас я вот еще здесь. Вот так, лучше видно. У нас тут лампы. Сергей подсказал Козлов, чтобы лампу сделал. Говорит, тогда лучше будет. Ну и повесили лампу дополнительно. Так видно? Да, да. Да. Ну что? На наших ресурсах вы многое можете найти. Какие вопросы у нас к крещению? У вас есть книга «К истинному православию», которую я подарил вам. И там откройте по оглавлениям. Там вопросы к оглашенным. Вот эту книгу вы всю прочитайте. И не на один раз. О крещении, о покаянии, о молитве. Больше нельзя сказать. Это все. Я выбрал все из всей мировой литературы. Я 40 лет собирал эту книгу. Это не два дня. Какой бы вопрос ни был, по оглавлению посмотрите. О церкви, о священстве, о семье, о воспитании детей, семья. Прочитай. Вот у нас лагерь назывался в честь Климента Анкирского. Как мать Климента умирала когда? У него отец умер раньше. Ему 12 лет было, когда мать умирала. Но она его поручила своей подруге Софии. Она была богата. И как он детей спасал? Почему наш лагерь в его честь назван? Был голод в Галатии, детей выталкивали на перекрестке дорог, и кормить нечем, все равно погибают. Может, кто-то возьмет. И он их 12-летний собирал, учил и крестил. И потом стал епископом. И за всю мировую историю никто столько не претерпел мучений, как он. И поэтому мы наш лагерь называли, когда он был, в честь Климента Анкирского. Ясно. Ну, значит, к истинному православию прочитать там все вопросы. Все. Все. И какое заявление писать написано, и какие вопросы к оглашенным, там все есть. Все. Не спеша. Начните с первой страницы. Смотрите, уже два года я еще вот как собираюсь креститься, уже 2 года прошло. Ну как, это вот как Настя забеременела, ну таких-то я ж не совершаю никаких грехов, таких страшных, смертных. Уже мне можно уже креститься, я думаю, пора, правильно? Ну там написано, вопросы какие есть, вы прочитайте. Я вам разрешаю приходить сюда каждую неделю один раз, выбирайте вот в это время. Вот в это время, в этот день. Я вам оставлю окно. И какие у вас будут вопросы, вы их на бумаге. Я вам буду говорить. А вы потом ролик-то будете смотреть, и воспоминания будут у вас. Надо готовиться очень хорошо. У нас иногда вот сдают... А к вам приходить? Нет, не надо, из дома. Нам не надо приходить. Нет, это для всех. И вот мы против. Голосует 10 человек, церковный совет. А батюшка, она там у матушки помогала что-то, все, она хорошая, студентка этого университета там. Но мы увидели, что не так, и мы проголосовали большинством не допускать. Батюшка говорит, а почему? Почему? И тогда, говорит, они, говорит, написали под моим влиянием. Я говорю, тогда завтра выходной делаю. Все, кто у нас члены церковного совета, берите бумагу, карандаши, ручки, идите в степь, одни в одну сторону, другие в другую. И напишите каждый сам от себя. Батюшка это хотел, чтобы без моего влияния. И все написали, ее знает, она хорошая девушка, но она не готова к крещению. Конечно, она огорчена была, плакала, но на следующий год ее допустили. Она говорит, как хорошо, что меня не допустили. Я была не готова. Теперь она поняла. Это не почему... Вот я в прошлом году хотела креститься, я была не готова, я поняла. Так. Вы в «Истинном православии» в книге, вы все найдете там, все. У вас ни одного вопроса такого не будет большого, потому что к оглашенному там все. О сне, веришь, нет сном, там о сне, о посте соблюдает, нет. Отдельные графы, какие посты наши, как веровать надо, о священстве, почему мы православные это называемся. Имеем священство, церковь. Материал очень и очень богатый. Ну ладно, я начну читать, значит, у меня есть время еще. Да. А когда к вам выходить-то, вот вопросы? Вот тогда? Пятницу, вот в это время. Все, пятницу 21:00. Ну вот в это время. Ну вот по Барнаулу. Да, вы себе запишите, пятница с 9 вечера я для вас оставляю окно. У меня сейчас только занятия были, Сергей Пупков ведет занятия по скайпу. Люди там из-за рубежа, откуда только нету. Вы можете участвовать. Да я не,
Вы знаете, я не пойму, что они там говорят, как они обсуждают, и как-то мне непонятно. Я думаю, книгу лучше читать надо. Ладно, ладно, ладно. Тогда смотрите сами, что можете, берите. Тут никто принуждать не будет. Пока! Настя плачет, Настя. Сейчас Настя там у нас плачет. Да. Ну, что, как... Спаси Христос, что выздоровели, слава так. Богу. Ну, не голодайте? Ну, держитесь. Так, не голодайте? Спасибо, тихо, не кричите. Вам не слышно? Слава Богу. Я спрашиваю, вы не голодные сидите? Не голодные? У нас еще лапши ваши хватит на 2 месяца или на полгода. Все. Вот все. С голоду не умираем, и слава Богу. Мы сами так питаемся. Я смотрю, у вас-то холодно, да, дома? Ну, сейчас натопили уже. Я сегодня целый день в пальто просидел. Нет, топить надо, не жалейте уголь-то. Ну, а как не жалеть-то? Это, уголь – это деньги. Ну что, Никита, у вас там кто работает, Володя, что угля не купит? Купим, купим, мы не замерзаем. Сейчас топят у нас тепло. Тыкву поставили. 35 градусов будет. Так, Володя, там смотри, чтобы тыква не сгорела. Так, подожди, мне котенка показать охота. Где он? Ну-ка, сейчас подождите меня, ребятишки. Подождите, где она у меня, Буска? Там была, с этим, за... Ну-ка, где она? Под умывальником была. Тише, нельзя так вести себя. Это что такое? Ну-ка. 9. Посмотрите. Смотри, какой. Какая выросла. Она маленькая была, я чуть не в кармане ее принес. Смотри, какой. А мышки к нам тут это про дырку там прорезали сверху-то, а кошка большая поймала и ей отдала. Ее звать Буска. Смотри, какая красавица. Смотри, попозже можно. Опа. Сейчас лучше разговаривать. Вот. У меня рыжая и белая. Еще это. Рыжая – это ее мать. У меня же голуби. Там пшеница и мыши заводятся. Угу. Вот. Ну все тогда, с Богом. Ну ладно, простите нас. Вы простите, простите меня, простите, если что имеете. Во славу Божию. Слава Христу. Все. Ладно, отключайтесь, давайте. Во славу Богу. Видишь, как хорошо.